Но эту машину навряд ли кто-то когда-то сможет угнать, потому что в ней всегда кто-нибудь есть. Целая бригада рабочих приехала на объект на одной «Волге». Сперва удивленный прораб разозлился, что ребята будут работать не в полном составе, но потом, когда насчитал 17 человек в салоне и багажнике этого седана, успокоился. Вся бригада была на месте. Нормально, эконом-класс прокатил.